Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел совместное заседание антитеррористической комиссии республики и координационного штаба по предотвращению и оперативному реагированию на угрозы возникновения и распространения сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и совершения преступлений экстремистской направленности. В совещании приняли участие руководители региональных ФСБ, МЧС, правоохранительных надзорных органов. Минутой молчания почтили память полицейских, погибших в результате вооруженных нападений в Карачаевске и поселке Марай-Аге. Глава республики заслушал информацию от коллег о принимаемых мерах, направленных на обеспечение правопорядка и безопасности граждан в праздничные дни, в том числе в преддверии нашего главного праздника – Дня Победы и иных массовых общественно значимых мероприятий. Любые попытки проявления экстремизма или действий, направленных на дестабилизацию обстановки и создающих угрозу безопасности граждан, должны решительно пресекаться. Кроме того, принципиально важную роль играет бдительность и твердая гражданская позиция жителей республики, заинтересованных стабильности и общественном согласии. По итогам совещания принят ряд дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности граждан.